Маркетолог – это тот, кто создает рекламу. Маркетолог – это тот, кто планирует, какая будет реклама, что в ней будет, про что она будет. Маркетолог – это который такой человек, который дает рекламу. Эти люди учатся, чтобы создавать эту рекламу. Маркетолог, который организовывает всю рекламу, который придумает, где эта реклама будет, как она будет проходить. Маркетолог – это тот человек, который даже может нарисовать будущую рекламу. Еще он может делать рекламу. Этикетку придумывает, которая думает, будет сниматься в этой рекламе, к примеру, ребенок или не будет. Я не думаю, что маркетолог делает рекламу. Я думаю, что он делает мультики и рекламу. Я вообще его не видел.